Сейчас я расскажу вам одну маленькую и интересную историю. С вами дядюшка Борода, и вы на самой финальной такой серии нашего GDM на каждый день. Ребятки, как вы уже знаете, из прошлого ролика у нашего Nissan отсутствовало крыло, в принципе он выглядел как обмылок, если можно так выразиться, и все это было потому, что мы ошиблись с сервисом. Давайте не будем скрывать, пукан у меня горит, пылает вот так вот в разные стороны, все потому, что мы доверили тачку одному человеку, ему были не нужны бабки, в принципе не работать с теми людьми, которым не нужны бабки, которые сами не хотят работать, которых нужно пинать, не надо с этими людьми работать, я вам отвечаю, я подопрохавал, Nissan подарил нам такую замечательную возможность, мать его, идти. Мы приехали в один из наших, так сказать, дружеских сервисов, который называется Олесь Гараж, мать его. Чувак там сказал: слушай, если у тебя такие проблемы, пригоняй свое дрысло, пригоняй свою карету, мы посмотрим, что мы можем сделать. И знаете что? Я приезжаю через несколько дней в этот сервис, а там 4 сайгака, вот с этими вещами прыгают вокруг тачки и творят какую-то бесовщину. Я думал, у них чувачок сверху стоял с бубном, вот так вот махал, что-то непонятное дело. Ад! Ребята без устали крапели над нашим ведром. Я туда привозил всяческие разные запчасти, о которых даже и не предполагал. Две недели хватило на то, что, чем мы занимались, в принципе, 2 месяца. На это все ушло 2 недели. Это еще вот одна из таких мудростей, что если нахрен не умеешь, не берись доверить тем людям, которые могут сделать это более качественно, чем ты. Ну и, собственно говоря, Nissan Laurel HC35. Pull the trigger, who better than this hun? That's the question. Who real? You fake? No lie, my team send the pace. Yeah, we ride live and you dead beats. Little cut to my rhymes, please. All the way from my town, boy. Down under's where I found the speed. Get light, drop it low and then a high five. You good, I'm great. Check my stats, they like sky high. Bye bye, corn burger. Long pipe is what your girl heard of. She love you, hey. Am I making you feel some type of way? Nice. Ha, some of you suckers need to pay your price. We safe, you cheap. G-Dub and O-Star my team. Cool runners, cool, so we running cool friends. Live a new who with a new. Slow down. Get into the floor, now my avenue. Ребятки, вы спросите, почему это последняя такая финальная серия этого нашего в кавычках проекта? Да все потому, что я сторонник той теории, что, ну, если ты в тачку не можешь привнести чего-то нового, да, там, скажем так, ты больше ничего не хочешь делать в ней, от нее надо избавляться, ее нужно продавать. Не потому, что она плохая, но потому, что ты просто не сможешь ничего с ней сделать. Во всяком случае, потому что этого хочешь. Что будет дальше с этим автомобилем? Нет, 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 не надейтесь, мы не будем его разыгрывать, мы не самые топовые супер-пупер-блогеры, чтобы дарить тачки, у нас самих денег нет. Поэтому мы его продадим для того, чтобы начать что-то более новое, что-то более прикольное, более трешовое. Я вам обещаю, что всякую ересь в колеса заливать мы не будем. Отверстия ни свои, ни на автомобилях запенивать мы не собираемся. Это на будущее. Вот это прям, я думаю, бесовщина еще так. Какую-нибудь хрень запенить, приклеить. Это вообще не к нам. Не на этом канале. 100%.
Что касается того, что мы сделали-то все-таки с тачкой и что у нас получилось. Да, есть какие-то шероховатости, есть какие-то вещи, которые я лично бы для себя поправил, начиная от замены лобового стекла, которое стоит очень кругленькую сумму. Что у нас по итогу-то получилось? У нас получилось то, что тачку купили мы в январе за 100 тысяч рублей, а вложили примерно, 150 вместе с работами и всем остальным. У нас получилось за 250 тысяч рублей, по очень грубым подсчетам, тачка, которая нравится мне. Я думаю, что она понравится и вам. Вопрос цвета дисков — это щепетильный вопрос. Мне нравится. Не знаю, как вам. Если вам не нравится, это не ваша тачка, так что не возникайте. Ребят, у нас получился не за 250 денег, не кредит, а тошнотный, интересный аппарат, который на дороге, надо сказать, выделяется. Вы спросите меня, почему мы покрасили тачку в почти его родной цвет? Да все потому, что я считаю, что пленки, пластидипы, всяческие другие непонятные выделения на автомобиль наносить не стоит, если этот автомобиль, ездит по дорогам, а не предназначен для чего-то более жесткого, да, когда вот там нанесли какую-то непонятную фигню на УАЗик или на свой там крузак и ездите в лес, это понятно, вы хотите сохранить волококрасочное покрытие. Но если это такого рода тачка, я просто не сторонник, этого мне не нравится. Почему покрасил именно в родной цвет? Потому что он сочетается. Мне кажется, этот цвет сочетается с дисками очень хорошо и сочетается с цветом салона. И это, надо сказать, стало самым главным выбором. В выборе, точнее. Что касается того, что у нас все-таки, что мы сделали. Сделали мы одну простую вещь. Мы купили тачку, решили вопросы с мотором, решили вопросы с подвеской, решили вопросы с колесами, решили вопросы со всеми остальными вещами, такими как гидроусилитель руля, рейки, свечи, катушки зажигания, все остальное, какие-то штуки по салону, и все. У нас получился довольно-таки нескучный, запоминающийся автомобиль. Вот все. Тачка действительно, оправдывает ожидания GDM на каждый день. Запоминающаяся, низкая, в лучших традициях. Да, не с самой крутой фитухой, стенсухой и всем остальным, но тем не менее в своем выдержанном таком стайле. И мне это нравится. Это, по моему мнению, это очень удачная, хорошая машина, красивый кузов, который очень хорошо сочетается практически с любыми дисками. Что же хочется сказать в конце всей этой прекрасной истории? Да, если бы не Олесь Гараж, это самое дорогостоящее, вот это все, что было у нас в проекте, да, покраска. Если бы не Олесь Гараж, у нас бы многое не получилось, да и проект бы затянулся на года. Он бы был такой стейнсерский долгостроящий. Но это не важно, огромное ему спасибо за это. Он, честно говоря, ребята за 2 недели сделали то, что я не мог сделать за 2 месяца, и это просто круто. Огромное ему спасибо, я думаю, ребятки, которые нуждаются в кузовном ремонте и находятся в Красноярске, прямо ценят, обратятся и все сделают. Что касается того, что у нас, 250 денег, да? Я очень часто смотрю, просматриваю машины, выбираю какие-то вещи, за 250 денег вы сейчас не купите ничего. Ничего! В принципе, такого интересного, прикольного, которое хотя бы не то чтобы не едет, да, это двушка-пушка, она не едет никуда, только если в ад, которая хотя бы выглядит красиво. За 250 вы можете взять приору ушлепанную просто какого-нибудь свежего года, типа 12-13, и то уже даже не слишком свежего. Вы можете взять 124-го Мерина, у которого из костей ничего не осталось. 34-ю, 39-ю BMW, на которую вы просто на одних расходниках умрете по бюджету. То есть тачка, которая будет возить вашу попу, не будет ломаться, а если ломается, то недорого, и выглядит при этом не как Приора или наши вот эти отрыжки АвтоВАЗа. Это вот как раз вот это. Можно взять Марчка за эти деньги, можно взять там Кресту, что-нибудь еще, Тойотку какую-нибудь непонятную, да, можно взять Лаурели, можно взять Хонду, господи, прости меня, просто, да, Хонду не надо брать, можно взять вот такую тачку, и все,
вы не будете вот этим серым компостом на фоне наших дней. Но самое главное — не перегореть. Не перегореть этой всей движухой. Потому что когда вы перегораете, уже все, надо продавать проект, закрывать, забывать, все, и жить спокойной жизнью. Что я хочу сказать вам в конце. Ребятки, если у вас есть те силы, чтобы начать проект и закончить его, обязательно ввязывайтесь в эту непонятную бесовщину, начинайте, делайте, стремитесь, едьте, получайте удовольствие, кайфуйте, как, не знаю, как я от этой тачки, потому что мне реально доставляет мне передвигаться. Мне просто нравится сесть в нее, включить мою любимую музыку и ехать. А это дорого стоит. Потому что на машине там своей сестры, например, на Рено Клио, я не могу этого почувствовать, мне не нравится эта машина. Потому что она выглядит не так, как я хочу. Да? Делайте это, ввязывайтесь ногами в жир, по пояс, прям по самые ключицы, по самое все. Но если вы к этому не готовы, не стоит в это и ввязываться. Потому что все будет намного хуже. И я уже практически начинаю верить в чудеса. Ребятки, спасибо вам огромное, что смотрели нас, что верили в нас. Я надеюсь, мы сделаем что-то еще более крутое, и все это будет немножко в другом режиме, и это не будет, скажем так, улучшайзинг вида автомобиля, это будут немножко более серьезные вещи. С вами был дядюшка Борода. Огромной вам удачи. До свидания.